Многодетная семья Ушницких проживает в частично благоустроенной квартире на первом этаже аварийного дома 63-го года постройки. Ветхое жилье буквально тонет. Под полом постоянно скапливается вода, доски прогнили насквозь, стены покрылись грибками. По инициативе детского фонда с помощью добрых людей управы строительного округа и строительного рынка быстро, качественно и недорого провели ремонт. И не только в одной комнате, но и в прихожей. Материалы дети выбирали сами. А где у тебя такой линолеум будет? В комнате? Эта семья Ушницких стала первой в нашем проекте. Здесь была проведена большая работа по отсыпке помещения, по косметическому ремонту. И мы постарались этим проектом помочь детям обрести вот такую маленькую мечту, осуществить их маленькую мечту и сделать детскую комнату. Очень хорошее участие принимали сами собственники жилья, папа, мама, даже ребятишки помогали, да, вот. И мы, конечно, очень рады, что сделали очень красиво, уютно для детей. Целью проекта «Семейный ремонт» является создание условий для проживания силами самих родителей и добровольцев. Каждый член семьи принимал активное участие во время ремонтных работ. И из ветхой обшарпанной комнаты на сегодня детская выглядит совсем по-другому. Сказали, что будут делать ремонт. Мы сами удивились. Не думали, что так красиво у нас все получится. Мне нравится все. Что ты здесь будешь делать? Уроки, еще спать, еще играть. Спасибо за ремонт. Я очень рада, что Международный детский фонд «Дети Сахазии» взялись за такое доброе дело и намерены в дальнейшем продолжать. И надеюсь, что наш округ в дальнейшем будет намного лучше жить. Привет! Атмосфера в семье улучшилась. Ремонт в детской комнате, сделанный своими руками, стал дополнительным толчком к дальнейшему налаживанию семейных отношений и, несомненно, повысит чувство ответственности родителей за своих детей. Юргана Егорова, Василий Соловьев, НВК СХ, Якутск.